В Московской области приступили к реализации проекта «Социальный контракт». Новая мера поддержки малоимущих семей и одиноких граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, то есть 13 580 рублей, заявитель имеет право заключить соглашение с органами социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания в Московской области. Социальным контрактом предусмотрены выплаты от 45 тысяч до 250 тысяч. Суммы, в общем-то, приличные, чтобы помочь семьям малоимущим выйти им из трудной жизненной ситуации. Получатель может потратить деньги на поиск работы, профессиональное обучение, открытие или расширение своего дела, а также на покупку товаров первой необходимости, лекарств, обуви, одежды или школьных товаров. Заявления на заключение социального контракта принимают в Управлении социальной защиты, в МФЦ и на региональном портале госуслуг.